Друзья, всем привет! Я нахожусь в отеле Experience Curaçao Sparkland. От нашего отеля на пляж, на коралловый пляж и на песчаный пляж несколько раз в день ходят автобусы. Вот, я решил сегодня поехать на пляж, там взял с собой купательные трусы, полотенца и так далее. Прихожу к автобусу, мне говорят: чувак, надо записываться на автобус за день. То есть, если я хочу поехать сегодня, я вчера должен был записаться в поездку на пляж. Пиздец. Извините за мат. Но, в общем, на автобусе, на общественном я сегодня не уеду. Они реально переполнены, вот этот бесплатный автобус. Таксомотор, то есть на такси, стоит 7 баксов туда уехать. Я думаю, что я все-таки сегодня поеду туда на такси, раз уж собрался сегодня на пляж. Вот так что покажу вам Красное море. Заказать такси на пляж, либо в любую другую точку Шарм-эль-Шейха, проще всего на ресепшене в отеле. Ехать до песчаного пляжа от нашего отеля 10 минут, ну примерно 10 минут, это на такси. На автобусе, значит, минут 15. На песчаном пляже нашего отеля нет ничего интересного, как вы сможете увидеть. Это залив, такой закуток, то есть не открытое море, я-то представлял прям такое, не видно берегов, а на самом деле это просто небольшой закуток. Имеется на пляже бесплатный бар с напитками, но если у вас тариф все включено. Я там пил апельсиновый сок, допустим, сидел, пил ананасовый сок. Некоторые посетители пляжа пили пиво. Ну, пляж как пляж, то есть, не знаю, для любителей позагорать, покупаться вполне сойдет. Вход на песчаный пляж от нашего отеля Experience Curaçao Sparkland. Так, друзья, ну вот вы видели песчаный пляж от отеля Experience Curaçao Sparkland. Я-то думал, там будет прям открытое море, а тут какой-то закуток такой небольшой. Ну, ни о чем. Я, в общем, буду искать открытое море. Не знаю, но съезжу завтра, наверное, на коралловый пляж еще. Надеюсь, что там как раз будет там вид такой крутой. Вот. Либо поеду на какую-то экскурсию, чтобы прям вообще в открытое море уйти. Так что так, поставьте лайк, напишите коммент, будет много всего интересного. До новых встреч!